привет. Вот сейчас ехал в Липецкой области. Вот смотрите, Липецкая область, такой мостик небольшой. И вот смотрите, снегоуборочная машина, КамАЗик, короче, улетела кое-куда в кюветик. Представляете? Убирала снежочек. И вот такая вот картина. Гляньте, а. Вот это да, машина ездит. Получается, песок у нее сзади загружен. Хотела посыпать снег, вот валит. Сегодня у нас так, 30 января 2018 года. Снежочек валит, все как обычно. И мы с вами здесь. И тачка перевернулась, ребята. Снег валит сильно, вообще жесть. Вот, вот это я попал на картинку, конечно. Вот это вообще. Вот уже и полиция подъехала, смотрите. Или подъехала, или просто проехала. Проехала, пофигу вообще. Это жесть. Вот смотрите, как КамАЗик у нас. Не знаю. Да нет, 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 нормально. Нормально. Вот это жесть. Все нормально у вас? А вы вызвали кого-нибудь? Ну ладно. Вызвали КамАЗик. Ну вот такая вот картина. Вот это да. Пострадавший КамАЗик. Водитель сидит. Ладно, все, всем пока.